Так, ребят, хочу еще сейчас попробовать на Zino 2 слетать на дальности. Только что летали на Mini 2, FCC на андроиде, на вот бесплатном дронтвике. Улетел на 1300 метров и вернулся, ну, связь была отличная, просто побоялись дальше лететь. Сейчас попробуем на Хабсане, насколько дальше он улетит. Так, сейчас включу запись видео. Что у нас тут по настройкам? Вот у Zino 2 сбрасывается, каждый раз надо выставлять. Так, включаю запись. Да, сейчас руки замерзли просто очень сильно. Так, взлетаем. Трактор. Так, ну, полетели, посмотрим. Сто сорок метров. Ой, я 150 забрался. Снижусь на 140. Ну да, и запись экрана идет. Ну, пока 470 метров. Скорость 5,6 метров в секунду. Против ветра летит. Ну, картинка уже начинает немножко того и то подфризивать. А, ну вот я тогда поднимусь тоже на сто. А, ну вот я поднялся на 160, и картинка сразу нормально стала. Как бы не рубануться в них. При этом, да, Mini 2 это FCC стандарт, то есть это не сток, который продается в магазинах в России, а FCC. Чтобы открыть FCC, нужно танцевать с бубном, либо платить деньги, либо искать какие-то бесплатные варианты, которых не так много, собственно. Случайно нажал. Да, это кнопку функции подвес поднял. Ветер встречный, да, 4,9 упало, 5. Сильный ветер. Он летит. Текущая температура аккумулятора 5 градусов. Есть.
Ну, он не летит вперед, скорость маленькая. У тебя ровно 1300 было? 1300. Нет, 1250. Да, что-то температура аккумулятора слабенькая. Я вот думаю, наверное, надо возвращаться. 1320 уже. Шесть градусов температура аккумулятора. Да. Ну, 1400 улетел. Ну, полтора, короче. Может, ну его нафиг. Пять градусов. Тысяча шестьсот. Ну, скорость 4,5 метра в секунду всего. По идее, должен. Летит, да. Спутников 15. Нет, почему? Он хорошо спутники держит. Зина вообще хорошо спутники. Он просто их долго ловит, но держит он их хорошо. 1950. Да, 6 градусов температура. 2 км есть, все. 2.31, возврат. Да, остановились на 2 километрах, потому что температура аккумулятора 6 градусов всего. Что-то как-то стрёмно. Но я на самом деле не знаю, насколько корректно он показывает температуру. И насколько я знаю, насколько мне кажется, вот это активное охлаждение, оно у него работает всегда. Даже в полете. Сейчас на улице, там, наверное, наверху все градусов 10 минус. Поэтому... поэтому, я думаю, ему холодно. Так, давайте я немножко начну снижаться. А он не снижается. А, он когда в полете, по-моему, на Зина 2 не снижается, да? Он, это на мини-про он снижается. Может снижаться. Ну вот он летит сейчас со скоростью 12 метров в секунду. Летит 12 метров в секунду по ветру 11.4, 11.6. То есть, в принципе, связь у Хабсана отличная. Я в очередной раз буду повторять, что DJI из коробки летает хуже, чем Зина Мини. Зина Мини, Зина Второй. В Ютубе есть видео, где он улетает на 8-9 километров, и вот друг мой на таком же дроне улетал на 8 километров. Например, есть блогер, ну, в нашей группе состоит ВК Зина Клаб, один товарищ, у него Аутель 2, Ева 2 и Зина 2. Так вот, Зина 2 в полях, вообще там далеко от городов, побила по дальности Аутель Ева 2 Pro. Она, Зина улетела, по-моему, на 9 километров, а Аутель на 8 всего. Так что Зина по связи очень хорошо. Хабсан делает хорошие дроны в качестве в плане связи. Вот начали они просто делать, вот последние модели. Просто офигенно.
А, например, вот Hapsan Ace, Ace Pro, на YouTube опять же есть ролики, тесты, там на 8-6 километров улетает. Вообще проблем нет со связью. А DJI, вот тот же Mini 2, Air 2, надо плясать с бубном, чтобы открыть FCC. Потому что нету 5.8. 5.8 заблокировано в России. На 2.4 летает отвратительно. Вся прелесть DJI, FCC, вот Акусинг 2.0, это двухполосный режим, когда 2.4 и 5.8. И он в полете их переключает. Тут да, как бы, тут топчик. Он по связи офигенен. Но даже в двухполосном режиме последние модели Hapsan'ы его бьют, просто рвут. Да, у них, может быть, хуже картинка на смартфон передается, она расплывается, но дальность, он летит, все равно летит, улетает. Как бы, ну, хорошая связь у них. Ну вот мы слетали сейчас в Москве, 2 километра, в сильный ветер, ну, видно, наверное, слышно по звукам, да. Батарейка 56%, дрон возвращается, уже до точки снижается, 56%, 55%. То есть и по батарейке он отлично утягивает. Он, в принципе, мог дальше 2 километров улететь сейчас. Ну, просто, ну, реально уже страшно в городе, вдруг что случится, блин. Так. Я не помню, площадка, поиск площадки включен у него или нет? Он ищет сам, уже подруливает. Не захотел. О! Вот это было сейчас опасно. Ну, вот на последних моделях Zina, Mini Pro и так далее, SE Mini, нет проблем вот этого унитазинга. А вот на Zina 2 вот эта вот болтанка, она никуда не делась. Это, наверное, их родослота, как родовая фишка. Вот это фирменная, когда его вот так вот мотает, и что хочешь, то и делай с ним. Вот я его не калибровал, я его давно не калибровал, как бы, ну что вот ему надо, то он тут летал нормально, а вот сейчас он его колбасит. Ну то есть как бы это болезнь, которая, наверное, не лечится. Но хотя они ее победили в дронах серии Mini, там реально нету, вот сколько я летаю, там вообще такой проблемы нет. Он взлетает и висит. А вот это вот, вот эта вот модель Zina 2, Zina Pro, наверное, я не знаю, Zina Pro Plus, это у них фирменная родословная такая вот фишечка есть. Ну, в общем, ну, как бы вот видно было, да, как он слетал. В общем, Hapsan топчик. Всем спасибо.